Єттик том гетурі, гімні нинни єн нєвіт. Мурген веч кавхмотан ішо. Хора гін рет гірген. Кипасом теш гетик. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Жанна. Тема сегодняшнего разговора – оленеводство. Послушайте. Корагенретыхын. Оленевод. Рыюльын. Рыюльын. Ночной пастух. Каантан. Каантан. Дневной выпас. Атальвенкор. Атальвенкор. Домашний олень. Венчимны. Венчимны. Домашний олень-самец. Венкенру. Венкенру. Домашняя самка. Коремтельын. Коремтельын. Едущий верхом на олене. Коремтек. Коремтек. Ездить верхом. Венкор. Венкор. Ездовой олень. Каанмытыльын. Каанмытыльын. Забойщик. Яалькор. Яалькор. Задняя часть стада. Карерык. Карерык. Искать оленей. Купкатык. Купкатык. Истощить оленя. Грузмыхэтык. Грузмыхэтык. Кружить. Рыхитвак. Рыхитвак. Лежать. Канмахавык. Канмахавык. Лечить оленей. Кахатын. Кахатын. Летнее пастбище. Рыатык. Рыатык. Линять. Айваль. Айваль. Место, защищенное от ветра. Ватап. Ватап. Ягель. Кыпасом тельхатык нкока кельхатка вечхавты. Послушайте и запишите слова. Гымнин аты корагенретыхын. Гымнин аты корагенретыхын. Мой папа оленевод. Морыкы нэшвэсик нывангэ кэнэт канмахавэсыт. Морыкы нэшвэсик нывангэ кэнэт канмахавэсыт. В нашем стаде работают ветеринары. Мургин нэшвэс нэмэнкэн. Мургин нэшвэс нэмэнкэн. Наше стадо большое. Гум ишгу вак нэшвэсик. Гум ишгу вак нэшвэсик. Я люблю быть в стаде. Мы тыплетку нэмэшев кычваркэнэтэк. Мы закончили. Всего вам доброго. Mm-hmm.